У Дніпропетровську пройде 5-й зимовий фестиваль здорового способу життя. Спортсмени з усієї України проведуть змагання та майстер-класи з паркуру, фрірану, воркауту, акробатики. Всього понад 10 напрямів. Для глядачів влаштують конкурси з призами та флешмоби. Вхід на фестиваль безкоштовний. Відбудеться він цієї суботи у спорткомплексі «Славутич». Идея этого фестиваля и все, что мы реализуем на протяжении 5 лет, это объединить их под одной крышей, под эгидой здорового образа жизни и дать возможность провести баттл, дружеские соревнования внутри своих направлений, между своих направлений и выявить, скажем так, кто лучший, но не определять побежденных и пораженных. Для каждого человека, который за здоровый образ жизни уже его ведет или хочет вести. Это возможность, придя на фестиваль, он получает возможность посмотреть, какие есть виды спорта, пообщаться с ребятами, которыми занимаются, присоединиться к ним или просто попасть в круг единомышленников.